То есть вылазить приятнее, чем залазить из воды. Когда в воде выходишь, находишься, я особо не понимаю, холодно мне или жарко. Я чувствую, кожу щипит, а как такого холода особо не ощущаешь. Вот, как я. Непонятное ощущение. Отлично, сейчас вот начинается кровь вот пробиваться. Ну, я так понимаю, что сосуды сжимаются, и кровь под большим потоком начинает, ну, застойные места проходить. Ну, как я понимаю, вот она поднимается, поднимается, все выше, 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 и в голову. Ну, сейчас все, мало посидел, но бывает, вылазишь, и охота еще. Thank you.